квартирах групповые линии овальные, закругленные. Ну, здесь разницы нету, я же говорю, то есть вы можете их рисовать и прямыми линиями, как угодно. Все длина кабеля – это чисто визуализация, что вот от коробки идет подключение. Вы можете рисовать и прямыми, то есть никто ж не запрещает. Угу. Здесь просто для наглядности. Вот здесь прямыми, здесь овальными. Почему? Потому что, в принципе, вот здесь вот показаны линии, что это идет в потолке, в монолите. Рисовать просто, но он будет немножко загромождать чертеж, то есть будет закрывать как-то элементы. Поэтому мы решили вот так вот сделать их немножко овальными. Хотя здесь разницы нету, потому что расчет кабеля все равно Revit ведет по-своему. Вы можете корректировать. Он не рисует такие кривые линии. Он будет рисовать здесь проход, здесь проход, здесь проход. Но сумма кабелей будет плюс-минус одинаковая.